Церемония награждения принимает участие. The prize giving ceremony is taken by генеральный директор компании Volkswagen, первый вице-президент Российской Федерации художественной гимнастики, президент Федерации художественной гимнастики города Москвы, господин Андрей Гурьев. The general manager of company for Sakura, the first vice president of the Russian Rhythmic Gymnastic Federation, the president of Moscow Rhythmic Gymnastic Federation, Mr. Andrei Guryev. Vice-president Всероссийской Федерации художественной гимнастики, сенатор Совета Федерации Российской Федерации, господин Александр Бруксин, the vice president of the Russian Rhythmic Gymnastic Federation, the senator of the Federation Council of Russian Federation, Mr. Alexander Bruksin. И сенатор Совета Федерации Российской Федерации, господин Эдуард Исаков. The senator of the Federation Council of Russian Federation, Mr. Эдуард Исаков. Итак, бронзовой медалью за третье место награждается Елизавета Полстяная, Латвия. And a bronze medal for fourth place. Серебряная медаль за второе место награждается Арина Аверина, Российская Федерация. And the second round for the second place goes to Арина Аверина, Russian Federation. И победителем турнира Гран-при в индивидуальной программе в упражнении с мячом становится Лола Крамаренко, Российская Федерация. By the way, all the Gran-при competitive program exercise with ball is Лола Крамаренко, Russian Federation. Дамы и господа, в честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, in honor to the winner, please rise up for the national anthem of Russian Federation. Приветствуем медалистов аплодисментами.